Сегодня школа Столярского проводит благотворительную ярмарку. И давайте послушаем корреспондента Луку, который расскажет, что продают и для чего. Здравствуйте. Домашние кексы, маффины. Сейчас обязательно. Лука, рассказывай, что сегодня за мероприятие у вас? Ярмарка. Есть магнитики, наклейки, печенье, пусаны. Пусаны, как называется, французские домики. Отдельные 100, а вот двойные 2. А вот двойные 102. А в честь чего ярмарка? А? А где да, бусы, зайчики? На ЗСУ помогать? А? Девочка ходит в бусы. Так, еще вы еще игрушки продают? Да. Нет, еще вот это. Я понял. Как торговля? Нормально. Стелла собрала. Ну и мы приехали с Платоном на велосипеде посетить эту ярмарку. Тут он уже покушал вкусняшки. Мама накупила, угостила. И будем ехать дальше. Да, сынок? Да.